Меня зовут Ахметова Адель, и мне 12 лет. Меня зовут Дарья Варикина. Меня зовут Требец Эмилия. Владимир. Меня зовут Алена. Я хожу на танцы и люблю танцевать. Ну, мама там в основном что-то там пишет. Ну, там зарплату делает. Ну, я знаю, что раньше он чинил поезда, говорил, а сейчас что-то связанное с флажками. Он работает оператором и снимает. Он делает клипы и снимает своих рабочих. Мама это, газеты печатает, некоторые такие мини-фильмы озвучивает. Ну, и все, фотографирует еще некоторые места. Он работает на разрезе, и он строит. Я нарисовала человека, который там что-то делает, как с углем связано. Ну, у меня была идея нарисовать ребенка сразу. Я хотела просто ребенка в каске нарисовать, но это бы было очень скучно. И я нарисовала отца, как он светит своим фонарем в шахте на ребенка. То есть скучает по нему и как ребенок его ждет. Ну, я как пытаюсь там изобразить, что семья сидит у камина, а девочка смотрит на своих родителей. Там пылает красивый огонь. Я нарисовал в руке уголь полыхающий и вокруг это ковши. У меня есть братик, сестра, и братик только вот пошел в первый класс и ходит на тыкву. Брат, он сейчас учится в колледже Якити, и мать, которая сейчас за стенкой. У меня есть моя мама Анастасия, есть моя сестра София, она со мной играет, моя сестра. А мама делает кукол и готовит нам кушать. Мама, папа, братик, ну, питомцы, кот, лошадь, черепаха. Бабушка. Расскажи про нее. Она работает, но встает каждый день. Она варит кушать. Она копает картошку. Он насадит овощи, футки. Наверное, кто-то из папы или мамы. Не знаю, так всегда говорят. То, что папа самый главный. Родители. Папа. Да, потому что самый сильный. Это самый главный, то есть как сказка «Три богатыря». Сразу идут картинки с этой сказки. Богатырь – это такой сильный чувак, который ездит на коне с всякими своими штучками. Богатыри – это раньше были защитники России, а сейчас назвали компанию, чтобы копать уголь. Богатыри, которые работают и устают. Их все любят, а они добывают потом все уголь. Чтобы было тепло дома, свет, что такое? Чтобы в доме было тепло? Еще кидают иногда уголь в камин. Ну, чтобы печку топить. Чтобы поезд ехал, чтобы топить, если есть баня, топить ее. Наверное, хочу еще лучше рисовать. У меня бабушка, она на данный момент живет в Алма-Ате. Я хочу, чтобы она сюда приехала. Я бы хотела себе иметь еще одни ролики, потому что темы на меня уже не лезут. И иногда
Иногда я хочу просто остаться маленькой и никогда не взрослеть. Почему? Не знаю. Когда я расту, у меня там всякие тесты будут. А я этого не хочу, там все будет сложнее. Я хочу оставаться всегда маленькой. Есть некоторые мечты, которые еще не сбылись. Например? 43 тысячи накопить. Это все было бесплатно. Нужно узнать, что они любят, и потом давать это им или давать им мотивацию, чтобы они это делали. Семья. Все. Родственники. Любовь. У того человека, у которого есть семья, своя родина, и который живет со своей семьей дружно и счастливо. Кто рождается в счастливой семье? Кошки. Кошки? Почему? И мигает, потому что их кормят хорошо, и их водят на елке. Счастье, здоровье, чтобы жили очень долго и в основном не болели. Всего хорошего, добра, чтобы жили долго, чтобы у них была мечта, которая сбудется. Чтобы они были всегда веселыми, дружными, никогда не ссорились между собой. И чтобы у них добавляли сил, чтобы они побольше отдыхали. Здоровья, счастья. Чтобы не болели. Чтобы они были здоровы. Так примерно.